Ой, какой хороший. Куда же? Разрите так еще от спирта, чтобы не сохранить. Даже не сильно крупнее там рогаточка. А правильно, она не будет расслабленной сидеть? Она такой в тонусе парень. Реально парень в тонусе? Да, куда держу. Не сломать. Не сломать. Куда я? Ты хороший. Он такой бархатистый. Да. Вот, если будет самец, то будет вот максимум такого размера. Это самец Суринама, он-то еще вырастет, но обычные самцы жабак вот такие. Угу. Вот, если самка, ну максимум грамм 800, это то есть ну, в два раза больше. Вот так. Да, зато есть что подержать. И хороший... Как он надулся. Да. А хороших жаб должно быть много. Ну, опять же, как держать, приноровитесь со временем, чтобы ему было комфортно, видите? Да. Можно, так чтобы он не нервничал. Да, потому что я до этого держала только спокойнейших этих квакш из московского зоопарка, которые сидят. Затисканные. И даже, да, и сидят и даже никуда не ползают. Но зато прям такой боевой. Да, да. Сейчас оскорбляйте глазами своими, смотрите, типа, как вы посмели. Это так меня рогаток уже успели разобрать за первые полчаса субботы. Нет, почему? У меня вот есть рогаточка. Потому что я помню, когда впервые... Вот такая жабонька. Жабу? Тронуть? Нет, потрогать не хотим. Да. Какой он красивый. Опять же, самцы более шершавые, самки более бархатные. Вот. Но это потом понятно, вот эти они все пока одинаковые, моллюски. Красота. Спасибо. Я тоже люблю жаб. Жаба в мешке, какая будет, непонятно. Да-да-да. Мне говорят, типа, что красоту жабы может оценить разрывная жаба, значит, все мне понятно. Значит, мы все не жабы. Да, да. По-моему, он прекрасен. Прекрасен, да. Прекрасная жабонька.